Всем доброго утра, 1 ноябрьского утра. Приглашаю всех поманьячить на поплавочную рыбалку за живцом. Итак, я снова собираюсь с хорошим настроением. Меня снова отпустили с работы, и я вообще отправляюсь в зимнюю сказку. Снова на свое любимое место с волокушкой. Все так же едет волокушка, два ведерка. Аня, конечно. Так, смотрим, чтобы не было машин. Обязательно. Вот, и погнали. Взяла также теплую одежку. У нас минус 2 всего лишь, оттепель. Все парит. Вон там даже, вон видите, сейчас я настрою. Вон видите, какой туман стоит, парит все. Вот. Я вчера прикупила червячка и опарыша. Ну, посмотрим, что сегодня будет. Главное не рыбалка, главное маята. Вот, Вальдемар, наверное, собирается числа 3-го будет выезжать. Вот, не знаю уж как, первый лед, не первый лед, но поставушки мы точно поставим, точнее он поставит. Вот, я остаюсь с Ричиком, Ричик очень сильно болеет. Вот, лапка у него еще до сих пор от покусов в себя не может прийти. Ну, в общем, как бы я собралась. Время 11 с копейками. Что-то поздно сегодня. Вот, ну прямо впервые в жизни никуда не спеша. Думаю, как есть, так есть. Вот, в общем, иду в хороших таких предвкушениях. Погода невероятно мягкая, теплая, влажная, я бы даже сказала. Вот, снег хрустит. Сегодня надо слепить дома снеговика. Мы же маньяки по снеговикам. Вот, в общем, то есть, если не растает на тротуарной плитке наш снежок, надо хоть маленького снеговичка дослепить, пускай стоит, встречает. А еще туда воткнуть вместо глаз какие-нибудь фигушки, такие, чтобы эти фонарики. Вот, и будет вообще прикольная штука. Ну что, вот я спускаюсь тут, вижу следы невиданных зверей, подождите. Ой, во. Следы невиданных зверей. В принципе, тоже смотрю, люди с волокушками шли, мужики. Вот, то есть лучше тут не рисковать. Съехать можно хорошо, без проблем. А вот подняться, спуск довольно-таки крутой. Вот, и может буксовать машина, налипать. Шлифовать просто на подъемах. На подъемах, вот, поэтому... В общем, лучше всего спускаться безопасно ногами. Да, понятно, что тут с полкилометра идешь, а может даже и с километр. Но это чепуха же, правильно? Главное, прогулка с целями, с задачами, ну и с хорошим настроением. Я сегодня, наверное, много разговаривать не буду, потому что я там, допустим, пока я еще не устала, у меня прям такое настроение, у меня такое все, я прям такая довольно счастливая, только я устала, у меня уже сразу поток словесности исчезает. Так что движемся, мы прыгаем в припрыжку. Наверное, сегодня даже маленько воды, я думаю, должно прибавиться в моей чудо-речулке живцовой, потому что оттепель идет, какая-то талая вода все равно спускается. Вот. Ну, значит, будем надеяться, что рыбка будет. Ой, на волокушу налипла. Ребята, иду, еле тащу ее прямо вообще. Вот. Ну, а так, конечно, очень довольна, что не на работу, а на рыбалку. Вот. Ладно, давайте, сейчас я подключу, добегу, подключу поплавочную рыбалку и маленько поманьячим. Не сильно долго, конечно, сегодня маньячить будем. Но, короче, ждите. Ну, прибыла я на место. Что-то мне кажется, ребята, вода еще больше упала. Прямо упала очень сильно. Так, ну, пока что буду налаживать снасти. Упала, не упала. Будем пробовать, что... Ой, так. Вот у меня удочка моя доехала вся в снегу. Сейчас ее потихонечку разберу. Крючок желтенький купленный. Вот видите, крючочек желтенький. Вот.
Сейчас он сфокусируется. Купила, ну, он уже белый, конечно. Я, наверное, целый год, а то два уже, может быть, и рыбачу без потерь. Слава богу, тот в фикс-прайсе наборы крючков. По 40 рублей они тогда стоили. Сейчас я вот не вижу. Я буквально вчера, позавчера была. Вот, кстати, между прочим, леска ярко-желтая тоже оттуда уже. Вот. Ну, сейчас, наверное, червячка, может, опарыша. Ну, в принципе, без разницы. Будем сейчас на что-нибудь пробовать. Длину определю. Рыбку пока не вижу, чтобы она тут прыгала. Вот. Может, правда, вода упала, поэтому рыба-то куда-то ушла. Вот, может быть, ну, будем бегать искать, что теперь. Вот, сейчас пока наладим. Ну что, на что будем клевать? На что не жалко. Сейчас посмотрю, что где-то у меня. Сегодня у меня из вкусняшек для рыбки вот такой вот червячок дендробена купила. Вот у нас по 150 рублей, не знаю, сколько стоит, сколько штук тут. И, короче, вот опарыш. Сильно ему весело тут он. Видно, как носится. Потеплело ему. Ну что, давайте, наверное, с опарыша, его меньше жалко. А потом будем делать бутерброд. По буеракам всяким. Хочется тут остановиться. О, смотрите, смотрите. Оба! Ура! Ёрш. Ой, нет, окунь. Ой. Так, окунь, ты мне не нужен. Давай. Вот ёршика, наверное, тоже буду собирать. Потом позвоню. Друзья, может, кому-то кто-то пойдет переметы на лима ставить. Сейчас, наверное, сделаю даже меньше этот глубину. Глубина большая. Птички поют так приятненько очень. Душевненько, я бы даже сказала. Да, наверное, придется идти дальше. Хочется, не хочется. Эх. Так, ну что, у меня первый елец есть на вот этой излучинке. Вот, видите, елечек. Сейчас я кину второй заброс. Опа. Удочку маленько оставлю, пусть сама удит. Вот, в том вот месте хорошо. По крайней мере, бровой. Не знаю, видно вам, не видно. Вот, сейчас буду набирать. О, уже клюет, кажется. Вон, видите, клюет. Может, не клюет? Не, а не клюет, это мне показалось. А я наберу водички нашим живцам. Вот, я и тут маленько тоже испугала. Окуня очень много берет. Вон, видите, вот берет. Опа! Вот какой хороший. Вот это настоящий живец. Привет, рыбка маленькая. Рыбка-бобочка. Так. Сейчас я водички вам наберу. Вот, пока рыбачите. Ребята, вы, короче, меня зовите, как только тут начнет клевать. Я пошла в воду. Ой, что ли клюет? О, только отвернулась. Точно. Ой, какая хорошенькая. Какая хорошая, не сильно большая. Ой, мое ведро куда-то удрало. Это самый лучший живец. Вот такой вот. Ой. Небольшенький такой вот. А то бывает, как пойдет большой. Он тоже хорошо. Так, ладно. Рыба, подожди, я сейчас тебе воды тут наберу.
воды набрала. Сейчас. Так, что там клюет? Нет, никто не клюет. Испугала я тут всех. Так, ладно, давайте ныряйте. Лыбы. Так, ой, уже клюет, клюет. Вот так, не подсекла. Да снега бросала. Снег бросала нашим рыбкам. Ой, сегодня просто песня. Так тепло, так хорошо. Даже руки не мерзнут. В субботу-то минус 6 было. Руки здорово мерзли. Так, решила я одеть червячка. Надо. Раз две приманки есть, будем две приманки одевать. Дендробеночка такая хорошенькая. Тут еще вот остаток опарыша видно. Ну что, забрасываем. Ника! Давайте-ка туда, в то же самое место. Я скрылась, присела, чтобы меня вообще никто не видел. И тихонько с вами наблюдаем. Сейчас выясним предпочтение рыбы, кому что надо. Ну, в принципе, эта приманка сейчас хороша. Ой. Эта приманка хороша. Делаю заброс в ту сторону. Ну да, вот что-то она червяка. Нет, он берет. Опа. Не-а. Может быть, глубину меньше сделать. Так, ну, прибыла я на свое место. Тут обычно до обеда. В общем, пойду сейчас залазить в воду. Буду пробовать окунь не даст рыбачить сейчас. Окунь не даст.
Ну что, потихоньку тут клюем. Пойдем сейчас на другое место. Айда. Маленькая рыбка. Живцовая, прям совсем хорошо. Вот, ну воды. Просто это. Вы видите, что я даже вынуждена присаживаться, потому что оно вообще никак. Оно видит меня. Видит, пугается. Вот, ладно, пойдем сейчас. Еще сейчас я удочку поднимаю. Попытаюсь все взять с собой, все хохряшки свои. Так, подмотаем. Маленечко подмотаем. Опа, так. Так, значит, возьмем пустое ведро. Ой, какой у меня румянец, я прям тут вижу. Птички начинают оживать. Птички наживают, оживают. Так, беру пустое ведро. Идем еще искать, отправляемся. Наверное, много хищной рыбы, окуня, зашло в этом году. Может, сейчас время такое, не знаю. Вот, ну, в общем, по крайней мере, очень часто берет окушок. Сейчас тут вот идешь, прям такие, ой, перевалы, очень тяжело идти. Высокая трава вот эта, ну, заливные луга это считаются, да? Вот, маленечкая тропиночка есть. Если что, сейчас пойдем еще одно место искать. Я там, правда, не рыбачила, но мне кажется, там тоже хорошие места. Точнее, здесь я рыбачила. Вот, сейчас посмотрим, что здесь. Вода падает. Отправимся туда подальше. Вон за те березки. Вот, тут уже маленькая рыба пришла. Уже начинает бегать. Ну, давайте будем смотреть. Чего тут причего? Ну вот, 6 минут с половиной простояла, согласно видео. Вообще, один окушок маленький клюнул, и больше никого. Ну что, возвращаемся дальше. Да, сегодня... Так, это сколько прошло? 3 дня прошло всего лишь. Видите, как рыба интересно берет. И по размерам очень отличается, и по характеру, желанию, точнее, поесть. Клевки. Ну ничего, мы своих 30-40 штучек наловим, и Вальдемару будет нормально. Вот. Идем. Так, тут самое главное, тихонечко подходить, чтобы рыбешку не напугать. Если что, пойдем дальше рыбачить. Будем еще искать какие-нибудь места. Че, быстренько все сжали кулачки. Я сейчас нацеплю опарыша. И пусть у меня ловится рыбка. Так, маленько наладила рыбалку. У нас начался дождь. Вот, я сходила за остальными хохряшками. Так, ну все, сейчас я передвигаюсь. Цепляю, наверное, все-таки беленького червячка, опарыша. И начинаем рыбачить. Целый паровоз тащу.
хорошо. Но окуня не надо. Окуня не надо. Нервная рыбка куда-то ушла. Давайте глубину меньше сделаем. Живешь ты что, вот ты смотри, где ты? Мормоз! Иди сюда. Клюет хорошо, но не то, что надо. Ребята, клюет хорошо, но не то, что надо. И ёрш, и окушок маленький. Все-таки надо белую рыбку мне. Окуня мы можем и на наших озерах наловить, но белую рыбку все-таки больше предпочитает. Предпочитает хищная рыба. И вот Ая наловила. Что ж она наловила? Вот такой вот еленц. Вот раз штучка. Тут вот даже, между прочим, вот еще один елечек. Так, вот я это все тут привезла, маленько кинула. Это, так, ну вот, хорошенькие такие бульки у нас. Так, тут даже вот, наверное, подъязок. На подъязку очень сильно похожа штука. Ну, это на большую такую 12-килограммовую штуку. Щуку. Вот, где-то тут должен быть один ёрш. Вот это вот самая тоже хорошенькая маленькая живушка. Вот, ну конечно, лошадей я тут наловила, будь здоров. О, видали какие. Сейчас найдем ерша, которого я тут споймала. Думала, у меня отсоединится ведро. Ай-яй-яй. Ускоряемся. Ускоряемся. Вот ерш. Все, всех остальных я выворачиваю, друзья. А, обжигает. А, о, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Достаю такую волшебную штуку, называется аэратор. Опускаем, на кнопочку нажимаем, и наши рыбёхи благополучно живут. Так, ну, его надо зарядить. Попробую. О, он завелся. Ура, смотрите, как там хорошо, какие бурбухи. Наша рыбка будет хорошо тут жить. Пора на рыбалку. Где наши жерлицы?